Всем привет, ребята! В этом видео я расскажу вам, как сделать автоматическую птицеферму. Она же лагогенератор, вы можете называть ее как хотите, в зависимости от того, с какой целью вы ее строите. Перед тем, как начать строительство, убедитесь, что все элементы этой фермы будут находиться в одном чанке, чтобы гарантировать ее бесперебойную работу. Далее, что нам понадобится для ее создания? 9 воронок, но в принципе можно и в 4, только она будет немного тесновата. Один раздатчик, один выбрасыватель, немного красной пыли и несколько красных факелов. Итак, начнем постройку. Первым делом установите выбрасыватель соплом вверх. Далее подключите к нему сеть воронок. Таким вот образом. Над ним установите раздатчик соплом в сторону воронок. Теперь все необходимо это застеклить. Вы можете использовать абсолютно любой блок, не обязательно стекло. Я использую стекло, просто чтобы показать, как эта ферма будет работать. Высота должна быть не менее 2 блоков, но я буду делать 3 блока на всякий случай. Вы можете эту ферму и застеклить и вверх, сделать крышу, чтобы курицы точно оттуда не выбрались. Но я не буду этого делать, чтобы просто потом забросить в эту систему яйца и показать, как она работает. Так, теперь построим систему бесконечной подачи сигнала. Самая простая выглядит вот таким вот образом. Как видим, она работает, и сейчас нам необходимо загрузить яйца. Просто выбрасываем их в воронки. Эти воронок они попадают в выбрасыватель, выбрасыватель передает их в раздатчик. После чего раздатчик будет разбивать яйца. Не стоит опасаться вот этой вот анимации урона, когда яйцо попадает в цыпленка или в курицу. На самом деле урон не наносит, оно их только отбрасывает. Через какое-то время цыплята подрастут и начнут также нести яйца. Попадать в эти воронок, они в итоге раздатчик также раскрываться, если будет вылупляться новые цыплята. И так до бесконечности. Чтобы гарантировать, что они не выберутся отсюда, на всякий случай можно закрыть эту конструкцию крышей. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.